по всей Украине сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников. Есть статистика даже, после 2014 года переименованы там были более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. На ваш взгляд, это проявление бессильной злобы или просто примитивное варварство нынешних властей Украины? И то, и другое, и третье, так же, как Талибан. Угу. Они такие же варвары, как Талибан, который сносил все, что не относится к их толкованию истории, культуры. Они такие же, как ИГИЛ, который уничтожал исторические памятники. Они ничем не отличаются. Примитивные, дикие варвары. Они уничтожают историю Украины, они ее испохабили. Они ее извратили, они ее уничтожили. Потому что нет истории Украины без русских царей, русских полководцев, российских. Но они его уничтожили. У нее нету. Кто был первым? По приказу Потемкина основал город Херсон. Это был дедушка Пушкина. Угу. Потомок араба Петра Великого. Херсон, о котором они пишут. Снести памятник основательнице Одессы. Но они ничем не отличаются от таких же варваров в Лондоне, от таких же варваров в Соединенных Штатах, которые прошли, как ИГИЛ, по всему югу и стали сносить памятники всем, кто создавал Соединенные Штаты, свое государство. Без России, без русских царей, без русской культуры нет Украины, нет у нее истории. У нее тогда остается в истории только Степан Бандера и Петлюра. Это их герои, это их история. История зверств, ненависти, убийств, человеконенавистничества. И эта история насчитывает всего 100 лет, чуть больше. Все. А другой Украины нет, они ее уничтожили. Даже тот Мазепа, про которого они говорят. Мазепа-то называл себя русским. Он никогда не говорил, что он украинец. Он говорил, я русский. И запорожцы тоже называли себя русскими, православными. Они не называли себя украинцами. Слова такого не было. А Львов кто основал город Львов? Так что нету. Для них нет истории, нет Украины. А та Украина, которую они хотят уничтожить, она возродится. Но без них. Она изрыгнет вот эту желчь. И памяти от них не останется.